Чувашу знают и за рубежом. На днях из Турции с фестиваля урожая вернулся фольклорный ансамбль «Кубняночка» Комсомольского района. В городе Мерсин прошло карнавальное шествие «Праздник апельсина», который привлекает тысячи туристов и не только из Турции. Праздник проводится в конце ноября, начале декабря, когда начинается сбор зимнего урожая цитрусовых. В Турцию приехали творческие коллективы из 25 стран мира – Индии, Индонезии, Болгарии, Китая, Украины, Белоруссии, Сербии. В этом шествии принял участие и коллектив под руководством Альбины Кошкиной – ансамбль «Кубняночка». Ансамбль в первый раз принял участие в этом фестивале, хотя чувашских артистов на турецкой земле уже знают.